Боже мой! Мел сам пишет на доске? Невидимый фокус. Кажется, Люси трудно дается домашка. Можно мне в туалет? Вульфу, помоги мне! У меня физра. Делай сама. Люси хочет положиться на других. Она не хочет решать задание сама. Он уже это проходил. Ответ должен быть здесь. Эта невидимая диадема пригодится тебе для фокуса. Что же придумала Люси? Люси специально стала невидимой, чтобы списать ответы друзей. Это очень плохо. Неужели Люси еще в туалете? Как же теперь снять диадему? Помоги мне! Прости, Вульфу. Я взяла твою диадему, чтобы списать. Люси, жульничать нельзя. Давай мы поможем тебе. Дети, не жульничайте, хорошо? Вульфу в девчачьей школе. Можно с тобой поиграть? Что интересного в школе для девочек? Посмотрим, друзья. Не бойся! Вау! Вульфу герой в сердцах окружающих. Это Вульфу, наш новый ученик. Сюда, Вульфу! Эй, это место Вульфу! Кто решит? Я! Поделимся на команды. Давай со мной в команду. Нет, он будет со мной. О боже, кто же будет в команде Вульфу? Смотри.
Посмотрите, Вульфу так хорошо играет в теннис. О, нет! Дети поругались из-за Вульфа и порвали ему рубашку. Почему вы не можете играть вместе, вместо того, чтобы все время ругаться? Прости! Ребята, играйте вместе! Вульфу! О, нет! Боже мой! Где Вульфу? Исчезновение Вульфу! Люси! Убери в комнате! А? Что за бардак, Люси? Убери в комнате до моего прихода. Люси играет в таком бардаке. Место, в которое ты выстрелишь, исчезнет. Спасибо. И перенесется на другую планету. О, нет! Люси даже не послушала инструкции пришельца. Вот так ты убираешь? Люси! Я попрошу помочь пришельца. Люси! Люси! Люси, верни мне мое платье принцессы. Нэнди, хватай ее! Люси! Мама, папа, помогите мне! О, нет! Вульфу! Вульфу! Что здесь произошло? Вульфу переместился на другую планету! Эй, пришелец! Вульфу? Мама! Простите, что устроила неприятности. Ладно, давайте вернем свои вещи. Да! Пожалуйста, всегда убирайте за собой. Боже мой, что происходит у Люси и Каспера? Все мое! Интересно, в какую игру они играют? Дашь мне кубики? Нет! Нам это не нужно! Не переживай, я справлюсь!
Нет, из-за небольшого недопонимания Люси с Каспером не уступают друг другу. Теперь это место будет мое. Ладно, я заберу эту горку. А вы ругались с друзьями, как Люси? Теперь ты не сможешь выйти из дома. Нет, это мой дом. Что же делать, когда все так усложняется? Она сказала, что все принадлежит ей. Потому что он испортил нашу работу. Вульфу, мой брат. Вы друзья. Нужно делиться. Люси и Каспер всегда были такими счастливыми и гармоничными. Правда? Прости. И ты меня. О, настало время обеда. Почему ребята едят и бегают? Как нужно правильно есть? Смотрите, еда в желудке посылает сигнал о помощи. Помогите, помогите! Давайте! Помогите, помогите! Боже мой, желудок больше не выдерживает! О нет! Вульфу! Вульфу! Видите, для вашего желудка есть на бегу очень вредно. Давайте присядем, чтобы поесть. Во время еды нужно спокойно сидеть, чтобы у вас потом не болел живот. Пигги! Пигги! Почему я поперхнулся? От смеха во время еды можно подавиться. Интересно, а почему так? Нельзя есть и смеяться. Я понял. Какие два главных правила? Повторите. Так, кто-кто? Мира, где твоя борода? Ночевка полная сюрпризов. Давайте устроим ночевку. Вау!
Мира, только для мальчиков. Посмотрим, что сделает Мира. Ларек с конфетами. Вау, как много конфет! Все леденцы бесплатные. Что может быть лучше? Ой, это Мира. Так, Мира хотела использовать конфеты как отвлекающий маневр. Как вкусно! Спасибо большое! Но способ Миры был неудачный. Говорят ведь, если хочешь, все получится. Мира придумала другой способ. Кто там? Боже, вы никого не узнаете? Это опять Мира. Можно и мне? И опять навыки Миры победили Вульфу и друзей. Мира, добро пожаловать на ночевку! Оказалось, что Вульфу и друзья хотели устроить Мире сюрприз. Сюрприз! Спасибо вам, ребята! Спокойной ночи! Ой, а куда это отправляются все предметы мебели? Рай мебели. Вульфу, что ты натворил? Боже мой, Вульфу сделал что-то не так? Я не хотел. Готово. Боже, Вульфу такой безразличный. Посмотрим, что же Вульфу сделал, чтобы мебель оказалась в таком состоянии. Он никогда о нас не заботится. Вау! Что же придумал пришелец, чтобы помочь Вульфу осознать свои ошибки? Пока! Пока! Если не будет унитаза, Вульфу не сможет ходить в туалет. Мама! И холодильник тоже пропал. Как теперь хранить еду? Даже телевизор. Идем! Нет!
Стойте! Тебе нельзя! Вперед, вперед! Вау! Это рай для мебели! Мне здесь нравится. И Вульф у нас не обижает. Эй, вернитесь домой! Нет! Вот что будет, если ты будешь портить дома мебель. Обещаю вам, я больше так не буду. Я буду заботиться о вас. А вы поняли, как важна мебель? Пожалуйста, относитесь к мебели бережно. Боже, на карте Дженни, да? Отслеживайте детей. Привет! Что это за игра? Ой, Вульфу, играй! Но помни, что ты ведь присматриваешь за Дженни. Боже, Дженни уползает, и Вульфу ничего не знает. Есть способ следить за Дженни. Так, что же придумал пришелец? Да, при помощи этого. Каспер, отнеси Дженни на кухню. Посмотрим, будет ли идея пришельца плодотворной. Теперь можно спокойно посмотреть телек. Гаджет пришельца прикрепился на пипи. Ты нашел Дженни? Видите, даже гаджет пришельца бесполезен, если Вульфу не присматривает за ребенком. Ребята, я потерял Пипи. О нет, тогда где же Дженни? Я должен сказать папе. Все в порядке. Ребята, помните, нужно внимательно следить за детьми. В следующий раз, если она тебе мешает, принеси ее мне, чтобы я за ней присмотрел. Да! Каспер, Вульфу! О, нет! Миссис Кэт! Мама! Потерялся на станции метро.
Идем, скорее. Давайте сегодня отправимся с Вульфу и Каспером в метро. Двери закрываются. О нет, малышка напугала Пиппи, и она сбежала. Вот, держи. Нельзя бегать в метро. Простите. Если будешь бегать в метро, то ты потеряешься. Дети! Дети! Мама! Миссис Кат! Мама! Миссис Кат! Если такое случится, что же нам делать? Интересно, что же делать, если потеряешься? А? Мама! Нет, так делать не нужно. Боже, кто это? Это охранник? Вы с ней? Она скоро будет здесь. Мои дети все еще на станции. Мама! Если вы потеряетесь, нужно просить охрану или полицию о помощи. Запомнили? Ешь больше овощей, Вульфу. Что у нас на обед? Я забыл яблоко. Хочешь поменять курицу на яблоко? Поменяйся со мной. Моя мама говорит, что мы должны есть разную еду, чтобы быть здоровыми. Ой, Вульфу не ест овощи. Мне нужно в туалет. Вульфу, ты еще там? Быстрее! Боже, кажется, у Вульфу запор. Как ты так быстро сходила в туалет? Я старался, но ничего не получилось. Потому что ты ел только курицу. Вы поняли, какие могут быть страшные последствия? А мы с Панду с легкостью ходим в туалет, потому что мы еще едим фрукты и овощи.
Привет! Не забывайте есть больше питательных веществ, чтобы не заработать запор, как Вульфу. Давай попросим у моей мамы лекарства для тебя. Теперь я буду есть больше овощей. Спасибо. Посмотрим, что за игра у них сегодня. Розовый самолет и голубой самолет. Розовый. Голубой. Ой, Эми и Люся опять ссорятся. Вульфу тоже бессилен. Интересно, что понравится клиентам больше? Голубой или розовый самолет? Спасибо. Как любопытно! Какой у Эми секрет привлечения клиентов? Посмотрим вместе. Сейчас я позвоню другу. Что же придумала Люси? Каспер будет следующим. Боже мой, это Люси! О, Люси, так нельзя делать! Люси! Толкай самолет! Туда! Так, правда, в сложные моменты мы понимаем истинную любовь. Хоть Люси и завидовала Эми, она готова помочь подруге. Прости, что испортила твой самолет. Все хорошо. Я тоже прошу прощения, что злилась на тебя.